Дорогі брати і сестри, слава Господу, ми вітаємо всіх вас. І ми вже мали наше ранкове служіння, і так прямо після нашого, все дуже скоро воно так. І знаєте, і ми якось так аж внутрішньо спішимо. Але ми, Бог нам допоміг, і ми є разом з вами в Домі Божому, і хотілося б, щоб Божий мир, він наповняв наші серця, як і ваші, так і наші. Тому що ми тут просто, щоб провідати вас, ось, разом прославити Господа нашого. А потім у нас ще деякі є бажання, хочемо заїхати ось і на вашу цю будову. От, і якось, ну нас так же доля звела якось, що ми якось так, наші дороги часто пересікалися. І ви для нас є дорогі. Я так само думаю, що ми і для вас так само є. От, тому слава Богу за все. Слава Богу. Звичайно, сьогодні так трошки пастор ваш сказав, брат Вася, що трошки воно, ну, час зжатий. І, але при Божому благословенні ми співаємо багато, правда? Коли є Боже благословіння, на сьогодні вранці ми все встигли, ще й закінчили на 10 хвилин раніше служіння. О, тому що все від Божого благословіння. Тому ми маємо декілька пісень, декілька псалмів. От, є група таких старших братів, є група молоді, теж мають псалом. Тому зараз група наших старших братів псалом. Потім попросимо нас і сестра Люба вірш має. Розкаже. І група нашої молоді, трошки молодших, буде, теж вони мають псалом. А після чого брат Сергій, ось наш другий пастор, він буде говорити слово. От. Хай вас всіх Господь благословить. Тому, браття, просим, давайте, бо час біжить. Ми готові. Я люблю тебе давно.
і радію, що Христу я не чужий. Він мій спокій і надія, він не друг незмінний мій. О, велике щастя наше, коли маємо того, хто життя дає і каже: я люблю тебе давно. Тебе давно, о приємний голос Божий, я люблю тебе давно, так давно, так давно, я люблю тебе давно, о приємний голос Божий, я люблю тебе давно, о засмучений мій друже. Ісуса, ти прийди, він для тебе небайдужий, стане другом і тобі. Як покаєшся ти щиро, приймеш вірою його, то почуєш голос Божий. Я люблю тебе давно, так давно, так давно, я люблю тебе давно. О, приємний голос Божий, я люблю тебе давно, так давно, так давно, я люблю тебе давно. О, приємний голос Божий, я люблю тебе давно. В книзі пророка Ісаї, в 62 голові, 6 віршиком, ми читаємо такі слова: «На стінах твоїх, Єрусалим, я поставив сторожей, которые не будуть умолкати ні днем, ні ночью. О, ви напоминающие, Господи, не умолкайте. На стінах твоїх против напастей вражих поставили я с медными трубами стражей. Внимательно, стражи, смотрите вперед, храните в покое спасенный народ. А если увидите облако пыли, то значит, враги нас еще не забыли. Трубите, будите Христови войска, последняя битва с врагами близка. На церковь обрушились вероученья, потоки нечистых дождей и течений, мирских наслаждений и похотей град. Трубите, храните Спасителя град. О, вы часовые покоя не знайте, о вечном Спасителе не умолкайте, трубите без отдыха ночью и днем, народ зажигайте Христовым огнем. Вы много уже в суете проглядели, ряды пошатнулись, ряды поредели, трубите погромче с любовью, Влад, пусть снова поднимется раненый брат. Возьмите орудие во могучие руки, пусть снова услышат небесные звуки Небраска, Монтана, Вашингтон, Техас. Спасенье огонь на земле не погас. На церковь обрушились вероученья, потоки нечистых дождей и течений, мирских наслаждений и похотей град. Трубите, храните Спасителя врат. Враги беспощадно детей расхищают, в рабов и рабынь молодежь обращают.
Трубите погромче, с любовью, Влад, пусть снова поднимется раненый брат. В дома христианские, в окна и в двери ползут с преисподней голодные звери, а вместо крови и спасительных ран на стенах висит разноцветный экран. Сегодня враги предлагают нам дружбу, несите достойно и бдительно службу. А самое страшное — враг изнутри работает в церкви. Усни и умри. В погоне за златом вы кроете мыли, и доллары многим сознание затмили. За доллары продана совесть и честь, но есть еще время раскаяться, есть. Вы платите моргичи, займы и ренты, а мне оставляете жалкие центы. Не это ль причина депрессии, тревог? Меня испытайте, советует Бог. Вы тратите время свое за морями, богами, Гавайя, Панами, Майами, а где-то в трущобах греховных долин, Камчатка, Чукотка, Таймир, Сахалин. И кто, как не вы, за уснувших в ответе? Не бойтесь гвоздей, инквизиций и плетей, я стану надежно за вашей спиной и с тыла прикрою гранитной стеной. Враги на вас бросят отборную силу, чтобы вас поразить и отправить в могилу. Не бойтесь, трубите везде и всегда, быть может, кого-то минует беда. Летят в вашу сторону стрелы и копья, и ложных наветов нечистые хлопья. Не бойтесь, трубите, пусть катится враг, оглушенный вашей трубою во враг. Трубите отважно, с внушительным видом, трубите от синих заливов Флориды до гордых седых орегонских хребтов. Пусть бою готовится тот, кто Христов. А только лишь грянет труба Гавриила, как книга священная вам говорила, то все оставляйте, закончился труд. Вас в небе архангелы с трубами ждут. Аминь. Знаю, ты хранишь меня в час ночной и в трудный час. Там в конце пути дня, знаю, ты, мой Бог, ждешь меня. Вечный Бог, блин.
Слава Богу. Слава Богу, брати і сестри, мир Божий вам всім. От, якось так, знаєте, ну, приїхав, не застав початку і щось так не вистачає трошки. Ну, Господь є тут, ось, і хай Бог всіх вас благословить. Віктор вже сказав, що ви нам приємні люди, і свої люди, і таке. Бог дав нам цей недільний день. І ми мали вже в себе служіння, таке було благословене, насичене служіння. Ви можете часом дивитися нас, як хочете. От. І вже, знаєте, якось так одне відбулося для нас. Хочеться, щоб, ну, бути для вас якимись розігрітими. Хочеться, щоб, знаєте, Боже благословення було, ну, в цьому зібранні теж. Отаке. І, друзі, я, звичайно, так і не намірений довго говорити. Ми дуже вас любимо, любимо Господа, хочемо йому поклонитися, хочемо його прославити, друзі, хочемо получити його благословіння. І я прочитаю Слово Боже із послання до Коринтян, з першого послання такі слова тут є в нас, з першого розділу, читаю в українському тексті, і 17-й вірш і нижче. «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, а звіщати Євангелія, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест хрестів. Бо ж слово про хрест тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, то сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих і розум розумних відкину». Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість цього світу не змінив на глупоту? Через це, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через юродство, по-російськи, по-українськи сказано дурість, проповіді. Таке слово трошки. От. Бо і юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Для юдеїв – згіршення, а для греків – безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків – Христа, Божу силу та Божу премудрість. Бо Боже і немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне воно сильніше від людей. Слава Богу, брати і сестри, за силу Христа Христового. І апостол Павло сказав, що я проповідую Слово Боже, мене Бог послав проповідувати Слово Боже не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест хрестів. Є таке поняття, як мудрість слова, є поняття красномовності, є поняття таке, знаєте, якось викласти, якось, скажімо, світ цього чекає, світ цього якби шукає десь, знаєте, на цьому він стоїть. Но апостол Павло сказав, моя проповідь не така, я не так, ми не так, щоб не став безсильним хрест хрестів. Брати і сестри, і виходить так, що коли воно йде в мудрості людській, коли йде на такому високому, знаєте, людському, от скажем, ну то тоді вроді сила Христа не потрібна. Сила Христа Христова, вона вроді так, скажем, упраздняється. Іде впереді мудрість людська, іде впереді людські знання. А що ж хрест Христів? Ось. І апостол Павло сказав, ні, в Євангелії не так воно йде. В Євангелії силу має хрест Христів. Христос розп'ятий має силу. І сила його Христа, тобто сила його страждання, сила довіри Богу і йти до Бога через Голгофу, нести цього Христа, скажімо, в цьому Христі, в стражданнях тих, в них є сила. І каже, я не можу проповідувати якось дуже так в премудрості слова, тому що тоді хрест Христів, він стає якби, ну, непотрібний, знаєте, скажімо, упраздняється. Браття, сестри, це важна думка. І апостол Павло, він підкреслює значення і силу Христового Христа. Тому що, каже, тим, знову ж таки, тим, які не вірують в Христа, тим, які, скажімо, ну, може навіть не можна сказати не покликані, але, скажімо, вони відкидають Божу благодать. Для них це глупота.
Це не є для них щось таке важне, коли ми проповідуємо Христа розп'ятого, з якого стікала кров, який приніс себе в жертву Богу, в жертву непорочну, стався викупом за наші гріхи. Це для них не підходить, це для них глупота. І вони сказують, а для нас, що спасаються, це є Божа сила. Браття, сестри, саме там є Божа сила, в Христі Ісусі, в Христі Христовому є сила для віруючих людей. І сьогодні я хотів би, я так вірю, що ми прийшли шукати ту силу у Христа Христового. Да, ми часом дивимося, знаєте, на людей, хто, що, як, який там склад, хто там сьогодні є в нас, хто буде служити і так далі. І, знаєте, робимо якісь висновки. Це по-людськи десь так підходить. Но, брати і сестри, ми приходимо сюди, щоб шукати силу Христа Христового, в нашому смиренні, колінному преклонінні перед живим Богом, і шукати сили Божої. Брати і сестри, це для нас сила Божа. Ми цим насолоджуємося, ми цим збудовуємося силою Христа Христового. Далі сказано так: я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де той книжник? Браття, сестри, давайте трошки на те подивимося. Господь так сказав: я погублю їхню мудрість, я посміюсь з тієї мудрості. Де вони є? Де ті мудреці? І далі такий висновок: хіба Бог не повернув мудрість цього світу до глупоти, до безумства? Браття, сестри, хіба так не є? Хіба так не є сьогодні? Дивіться, людина, кажеться, ну, скажімо так, сягнула далеко в своєму розвитку, правда? Так багато сягнула. А до чого дійшло воно? Чим воно закінчується? Люди відкидають Бога, тому що воно якби не вміщається їм в їхні, скажімо, знання, знаєте? І люди пустилися в всяку такі гріхи, всякі такі погоді, всяке таке, знаєте? І так і написано, каже, що Бог придав їх привратному уму. Через що? Чому? Тому що вони не шукали, не заботились, щоб мати Бога в розумі, правда? І так, щоб вони чинять непотребство. І десь вони знають, що це може неправильно. Так, ну не тільки роблять, а ще тих, що роблять, одобряють. Так написано в Слові Божому. Брати і сестри, і тому це все теж є від Бога. За те, що відкинули Бога, за те, що вони, скажімо, підняли свою мудрість. Бог цю мудрість людську повертає до безумства. Тому що сила є в Христі Христовому, сила є в довір'ї до Бога. Коли ми віруємо йому, Господь показує тоді дорогу. Каже, це по-людськи, як? Як? Це хрест, Христос розп'ятий. Як? Браття, сестри, це не діло людського розуму, діло віри. Ми довіряємося Господу, він послав Сина свого, ми приймаємо його в своє життя, ми віруємо йому. І за тим є благословіння, за тим є життя, є сила в крові Христа, є сила в Христі Ісусі, в розп'ятому Христі Ісусі. Браття, сестри, як важливо сьогодні триматися віри, живої віри в живого Бога. Ви знаєте, важко, скажімо так, при житті, може, і побачити все ще всі ті переваги, де як написано в Малахії, що кажуть, тоді ви побачите різницю між служащим Богу, да, і неслужащим. От. Ви побачите різницю. Ну, зараз, скажімо, я чому, так, значить, думка така буквально вчора, чи коли там мій син, він працює, там трошки підробляє в Nursing Home, і там є... не Nursing, що там, ну, щось таке подібне, там, в общем, Retirement, може, Home. Неважно. І там є один старенький чоловік, йому 90 чи не 8 років. І каже, він, напевно, серед тих всіх, може, найкраще тримається. Хоча зараз він вже хворий, але от іменно. І він дуже, скажімо, десь працював, там розробляв якісь ракети, такий все мудрий, такий, скажімо, по комп'ютерах, так далі. В такі роки, знаєте. І, але він не вірить в Бога. І добрий чоловік, але не вірить в Бога. І я так, знаєте, так, думка така є. От бачите, якось воно таке. По-земному, скажімо, вроді є якесь благословіння. Понімаєте? І я переживаю, скажімо, який вплив от, так, можуть робити такі люди, скажімо, на молодих людей. Так от він не вірить в Бога. А от він, скажімо, і живе так довго, і все. Браті, сестри, да, в цьому земному житті, ви знаєте, я ще раз кажу, не завжди так все видно. Не завжди так все видно. І є ті, що вірують, вони страдають, правда. Раніше виходять з життя. Так воно є, от, скажімо, і життя, скажімо, якесь важке може. Ну, браття, сестри, віруємо в Сина Божого. Віруємо в Христа Ісуса. Господь насичує, наповняє смислом те життя, наповняє радістю. І навіть коли дні наші, може, вони не такі довгі і так далі, ми маємо надію. Ми маємо життя в Христі Ісусі.
А світ зі своєю мудрістю, ви знаєте, він каже, що Бог довів це все до безумства. Люди шукають, скажімо, тієї мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ято для нас силу Божу. Проповідуємо її далі, його брати і сестри. Тримаємося Христа розп'ято. Хай ця церква, ваша церква, наша там, де ми знаходимося, Божа церква, тримається Христа розп'ято, Христа, браття і сестри. Колись, я знаєте, так якось ми зауважили, а як це поняти? От Христа розп'ято. Діло в тому, що Христів теж може є багато всяких, правда? Як то написано, другого Христа ми проповідуємо. Но наш Христос, розп'ятий Христос, ми проповідуємо Христа розп'ято, того, який був розп'ятий, браті і сестри, розп'ятий людьми, розп'ятий світом, розп'ятий, но він воскреший, живий, браті і сестри, і жива надія наша, живий Господь наш. Хай благословить Господь це зібрання, благословить кожного із нас. Слава йому навіки. Амінь, амінь. Зараз ще браття там мають пісню, так? От. Про той чудовий край. Браття, давайте вже виходьмо. О, єсть край, отчизна та святая. Знаєте таку пісню? Підспівайте з нами трохи її. Це для всіх той край. А слова там. Искра, отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. Мы будем рядом-рядом, мы склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит забудь. Мы будем рядом-рядом и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит забудь. Край необычный, без тревоги горя, и слез там нет, не будет никогда. Мы полетим, пускай бушует море, достигнем цели и войдем туда. Мы будем рядом-рядом, мы склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит забудь. Мы будем рядом-рядом, мы склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит забудь. Нас будут ждать у врат отчизны, мы ношу сбросим под крестом,
оттуда наш начаток жизни, в том вечном Божьем Царстве со Христом. Мы будем там, мы будем рядом-рядом, мы склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит, забудь. Мы будем там, мы будем рядом-рядом, мы склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит, забудь. Он небо нам подарит даром-даром и словом ободрит, забудь. Група молоді нашої ідеї є, будь ласка, виходьте. Вже є група молоді, теж заспіває псалом. Потім ми маємо ще щось для вас. І це вже буде від нас все. Брат Вітя перед тим скаже трошки короткий вступ. Ми не будемо наперед забігати. От, друзі, хай вас Бог благословить. Хай вас Бог благословить. І ми в нашій дорозі змучуємося дуже часто. Часто ми шукаємо, де сила наша, де підкріпитися. Ісус сказав, що ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками. Що ми вам бажаємо? Ми бажаємо триматися Господа, бажаємо сповнятися Духом Святим. Друзі, ми нічого не знайдемо. Сьогодні в світі багато технологій, сьогодні і в церкві, знаєте, дехто пропонує щось нове. Ми нічого не знайдемо нового, крім того старого. Сили Святого Духа, сили Христа Христового. Ось це є наша сила, це є наша перемога. Хай вас Бог благословить. Кожен вечір до Ісуса, кожен вечір до Христа, кожен вечір в молитві приходжу я. Кожен вечір на колінах, кожен вечір до Христа, я схиляюсь в молитві, я прошу свого Отця. Зміни мене, а я зміню цей світ. Пошли любов, любов'ю світ зігрію. І на колінах молитві щирі я з любов'ю своє серце віддаю тобі. Кожен вечір я приходжу зі сльозами на очах, кожен вечір з молитвою на вустах. Кожен вечір розумію, моя сила у Христі. Тільки з Богом відкрию непізнані світи. А я зміню цей світ. Пошли любов, любові світ зігрію. І на колінах молитві щирі з любов'ю своє серце віддаю тобі. Зміни мене, а я зміню цей світ. Зміни мене, а я зміню цей світ. Пошли любов, любові світ зігрію.
і на колінах молитві щирі. Я з любов'ю своє серце віддаю тобі, зміни мене, а я зміню цей світ. Зміни мене, а я зміню цей світ. Зміни мене, а я зміню цей світ. Поістині тільки один Бог міняє людське серце, так, і він казав, що він творить все нове. А зараз ми ще щось маємо для вас. Ми запрошуємо всіх, хто приїхали з нами. Будь ласка, виходьте сюди, брат Вітя, Онищук трошки скаже, трошки пару слів вступ до цієї справи. Будь ласка, бо час в нас дуже ограничений. Виходьте всі, хто з нами приїхали сьогодні. І ми, це вже буде на тому, брат Василь, що там далі у вас буде, не знаю, чи маєте загальний псалом, чи хор. Брат Геннадій ще буде говорити слово, брат в п'ятницю в нас був, мав благословенне слово, і ми віримо, що Бог його і сьогодні благословить. Ось. Слава Богу, брати та сестри. Мені приємно бути сьогодні на цьому місці. Знаєте, ваша церква для мене є щось особливе. Був час, мій рідний брат Микола був у вашій церкві. І знаєте, для мене осталось це в моєму серці. І ми сьогодні приїхали до вас перед Різдвом Христовим. І мені хочеться усіх вас привітати з цим великим і радісним святом, Різдвом Христовим. І мені пригадалися слова ангела, який з'явився до пастухів, коли вони були на полі, в той час, коли народився Ісус Христос. І ангел сказав: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, яка станеться людям усім. Друзі дорогі, брати і сестри, це не тільки для пастухів, хочу підкреслити, це для всіх поколінь, для всіх століть, для нас з вами. Не лякайтеся, бо я благовіщу вам радість велику. І тому нехай ця радість від самого неба, від самого Господа буде постійно у ваших і наших серцях. Нехай будуть благословені ваші доми, нехай будуть благословені ваші сім'ї, ваші діти, нехай буде благословенна ваша церква. Божих вам благословінь. І чом співає земля, місті Вифлеємі, Христос народився, лежить під містяні святе немовля. Місті Вифлеємі, Христос народився, лежить під містяні святе немовля. Чи бачили ви ясну зірку на небі? Чи чули ви радісний ангельський спів? Сьогодні, Ісусе, спішать всі до тебе, бо ти прийшов в світ і усіх нас простив. Сьогодні, Ісусе, спішать всі до тебе, ти прийшов в світ і усіх нас простив. Святе і велике Господнє дитятко, приніс ти нам найвеселішу з новин. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми
низенький уклін. Ми будемо жити, Ісусе, з тобою. Віднині усе наше горе пішло, наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло, наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло. Ми вам сповістили цю радість велику, нема вже печалі, Господь на землі. Він буде із нами віднині до віку. Усі ми Христові, дорослі й малі. Він буде із нами віднині до віку. Усі ми Христові, дорослі й малі. Брати і сестри, дякую. Хай вас Бог благословить. Браті і сестри, благодарим. Пусть Бог вас благословить. Друзі, давайте ми встанем. Зараз ми будемо мати общее пение, і ми маємо кожне служення, маємо таке особливе служення, це добровольне пожертвування. Ми будемо мати во время пения добровольне пожертвування. Сьогодні з нами є брат в служенні. Ми немного зустрічались в житті, а сьогодні зустрічались в Америці. Он будет делиться Словом Божьим. Он сам жил на Сахалине, потом с Сахалина переехал в Владивосток и сегодня попал в Америку первый раз и попал в нас в церковь. Я думаю, что будем молиться, чтобы Бог благословил его. А сейчас мы будем иметь общее пение и добровольное материальное служение. Своим сон.
Возлюбленные сестры, братья, сердечно приветствую вас. Слава нашему Господу! Приятно оказаться вместе с вами в день воскресный и поклониться Богу. Приятно видеть старых знакомых вашего пастора. Мы с ним дважды земляки по Украине и по Дальнему Востоку. И с пастором Виктором уже, как старые друзья, встретились, хотя познакомились только в пятницу. Большой привет вам от сестер и братьев из Владивостока, Приморский край. Они просили вас приветствовать. И поскольку уже чуть-чуть сказали обо мне, мы практически 20 лет миссионеры, то, в принципе, в подробности вдаваться не буду. Если кому интересно, милости просим в стан миссионеров, если кому-то уже немножко как-то скучновато, давайте, присоединяйтесь. Мы за 20 лет служения нашему Господу 17 раз переезжали с места на место, и 3 из них из страны в страну. Так что, уверяю вас, как минимум будет романтично. Присоединяйтесь. Друзья, я хотел бы поделиться некоторыми мыслями из Священного Писания, и потом мы еще помолимся с вами. Насколько я понимаю Писание, насколько вы его понимаете, думаю, что мы будем в этом с вами единодушны. Одна из важных, если не сказать центральная часть богослужения и христианской жизни является поклонение Господу Богу. И я хотел бы сегодня еще раз напоминать некоторые вещи по поводу поклонения, важности и ценности поклонения нашему Господу. Друзья, к слову сказать, поклонение – это то, чем мы с вами как минимум поклонение будем заниматься в вечности. По этому поводу пометьте себе дома, просмотрите 2 текста Писания. Книга Откровений, 7 глава и 15. И там как раз речь идет о вечности, о том, что соберутся все народы пред лицо Божье, и все поклонятся Ему. Но возвращаемся в историю этой заповеди. С чего, собственно, все начиналось? Когда Бог вывел евреев из египетского рабства, вы помните, что это их сложно было назвать народом и нацией. Без преувеличения можно сказать, что это просто было такое человеческое стадо, необузданное, импульсивное, бунтующее. Но мы с вами помним, что спустя 40 лет этот народ уже вошел в землю обетованную как нация высочайшего уровня цивилизации. Что произошло с народом? Народ смирился, народ научился законам Божьим. И помните, когда Бог дал 10 заповедей, какая первая заповедь была? Господу Богу твоему поклоняйся. И Ему одному служи. Друзья, мы возвращаемся к этой заповеди, но прочтем ее во втором воспоминании в книге Второзаконие. Открывайте 5 главу. Помните, да, что Второзаконие – это повторение закона. Моисей напоминал фундаментальные вещи законодательства Божьего, правды Божьей, напоминал народу перед тем, непосредственно, как они вошли в землю обетованную. Мы с вами прочтем еще раз текст напоминания. Смотрим с 4 стиха. Моисей говорит: «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и вами в то время, дабы пересказать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Он тогда сказал: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им
и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Друзья, из 10 заповедей эта заповедь является фундаментальной. Остальные мы можем поменять местами, как говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Но заповедь «поклоняйся Богу и Ему служи» является фундаментом в построении наших правильных отношений с Господом. В чем, собственно, проблема идолопоклонства? Когда человек поклоняется идолу, и это может быть вполне верующий, благочестивый внешний человек. Идолом может быть все, что угодно, но поклоняясь идолу, человек фактически культивирует в себе эгоизм, потому что он поклоняется идолу, чтобы выпросить у идола то, чего он хочет сам. И таким образом человек губит себя. Вторая проблема, поклоняясь идолу, человек преображается в этот идол, в образ этого идола. Помните, да, чему поклоняйся, в тот образ ты и преображайся. Поэтому Бог, запрещая идолопоклонство, повторяю, идолопоклонство может быть все, что угодно. Не знаю, как у вас в Америке. У нас в России, в наших российских евангельских церквях, самые популярные проповеди сегодня о том, как быть богатым и здоровым. Друзья, скажу откровенно, я сам за то, чтобы мы были и богатые, и здоровые. Мы и молимся, собственно, за больных, мы молимся за людей, у которых финансовые проблемы. Вы же тоже это делаете. Но это не является ни смыслом, ни сутью веры. Это из разряда прилагаемых. А в первую очередь, прежде всего, ищите Царство Божье и правды Божьей. То есть Царство Божье – это сам Бог. Ищите правильных взаимоотношений с Богом. Так вот, первая заповедь из 10, которую Бог дал через Моисея евреям, гласила: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Не поклоняйся финансам, не поклоняйся успеху, не поклоняйся славе, не поклоняйся машинам, домам и так далее. Не поклоняйся детям своим, не поклоняйся чему бы то ни было. Только Господу Богу твоему. А дальше смотрите, что говорит Господь. «И я благословлю тебя и потомков твоих до тысячного рода». Друзья, поклонение Богу – это не что-то вынужденное и вымученное. Как будто ты поклоняешься и думаешь: «А сколько можно? Это уже надоело мне. Снова и снова надо поклоняться». Друзья, поклоняться Господу Богу – это честь и привилегия. И говоря рациональным языком, это выгодно для нас. И это благословение для наших потомков. Один пример вам приведу. Мы знаем, что Давид был, царь Давид, муж по сердцу Божьему. Были у него всякие моменты в жизни, но как-то он умел так строить отношения с Богом, что трогал сердце Божье. Бог был неравнодушен к Давиду. И потом Давид благополучно почил. И прошли годы, менялись цари, были времена и периоды, когда очередной царь занимался грехом, идолопоклонством. И много раз Бог говорит на протяжении истории Израиля: «Дескать, вы уже так грешите, что мне это надоело. Я уже готов вас наказать и уничтожить. Но я не сделаю это». Почему? «Ради раба моего Давида». Сестры, братья, послушайте. Я искренне верю, потому что так написано в Писании. Если ты сегодня являешься патриархом или матриархом своей семьи, и ты сегодня и во все дни своей жизни будешь служить Богу и поклоняться только Ему,
Придет время, когда ты закончишь свой земной путь, и от тебя появятся потомки, которые тебя даже не будут знать. Но Бог будет помнить твое благочестие и богобоязненность. И даже если кто-то из твоих потомков где-то отступится, где-то что-то не то будет делать, и это вызовет гнев Божий, то Бог вспомнит о тебе и скажет этому потомку: я бы наказал тебя сейчас, но я не сделаю этого, потому что я помню предка твоего, который пред лицом моим ходил свято и непорочно. Друзья, это для нас огромное благословение всю жизнь поклоняться Богу и Ему служить. И это огромное благословение для всех наших потомков. Знаете, что обозначает цифра 1000? Это не просто вот Бог отсчитает, а вот тысячный потомок родился, 1001 стал чудить, все, секир башка ему. 1000 это значит вечно, всегда, всегда будет помнить. Спросите любого правоверного иудея, и он вам скажет: мы верим, что по сегодняшний день Бог благословляет наш народ, в том числе и благодаря Давиду. А Давида уже на земле нет около 3000 лет. А Бог помнит Давида. Ну, давайте смотрим дальше. 22 стих. Мы пропускаем перечисление 10 заповедей, и вот дальше Моисей говорит, здесь же 5 глава. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно и боли не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот, показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь, для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня? 27. Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь. И мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы говорили со мной, и сказал мне Господь: слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. Все это, все, что они говорили, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Друзья, на что обращаем внимание? Смотрите, приходят старейшины народа и от имени народа говорят Моисею. Да, говорит, мы слышали голос Господа, говорящего из среды огня. Да, мы остались в живых, но у нас нет никакой уверенности, что после второго обращения к нам, когда Бог проговорит снова, мы останемся в живых. Поэтому, Моисей, давай так договоримся. Ты разговаривай с Богом и передавай нам слова, а мы будем все в точности исполнять. Смотрите, как Бог реагирует на реакцию народа. Он говорит: мне нравится эта реакция, вот то, что они говорят, хорошо. То есть цель достигнута. Бог не только стремился проговорить к народу, Он так явил себя, чтобы у народа появился некоторый страх, благоговение и почтение. И когда цель была достигнута, Бог говорит: я рад, что народ понял урок, который я им преподнес. Но я хочу вам прочесть 29 стих в другом переводе. Послушайте, как он звучит. Смотрите, Бог объясняет, для чего он напугал народ. То есть он испугал не просто для того, чтобы там страшно, да?
Это ж смотри мне! Друзья, Бог никогда ничего не делает просто так. Он не хочет превозноситься над человеком. И все, что Он делает, имеет определенную цель, смысл и практическую пользу для нас. Смотрите, что говорит Бог. Послушайте еще раз 29 стих. «Я хотел только, чтобы они перестали думать, как раньше. Хотел, чтобы они почитали меня и исполняли мои заповеди от всего сердца». Я хочу на этом остановиться. То есть, смотрите, Бог явился народу, народ испугался, и у народа произошло переосмысление, переворот в сознании. И Бог говорит: а я этого и хотел. Я хотел бы, чтобы они перестали думать, как раньше, не были больше рабами, но были как свободные люди, потому что они и есть свободные. И признаком того, что они стали свободные, они должны почитать меня и исполнять заповеди от всего сердца. Друзья, вот обращаю внимание на мотивацию. То есть заповеди исполняешь не потому, что ты должен, обязан или боишься наказания. Ты исполняешь от всего сердца. Почему? Потому что любишь Бога. Потому что доверяешь Ему. Потому что, читаем дальше, и тогда будет хорошо и им, и потомкам их во веки веков. Друзья, вот чего Бог ищет от нас. Благоговейного почтения, преклонения перед Ним и исполнения Его заповедей. И если ты действительно поклоняйся Богу по-настоящему, и у тебя будет хорошо, и у потомков твоих до тысячного рода. Знаете, иногда нечистоплотные христиане, они ищут сочувствия в свой адрес, говорят: ну посмотрите, я такой хороший, я такой набожный, я все правильно делаю, а вот у меня бардак в семье, у меня проблемы с детьми, у меня там все плохо, здесь все валится. Но я хороший. Друзья мои, что говорит Писание? Если ты будешь почитать Господа своего и исполнять заповеди от всего сердца, причем ты будешь верующим, и когда тебя видят, и когда тебя не видят. Что обещает Бог? И тебе будет хорошо, и потомкам твоим будет хорошо. Поэтому нам не надо искать сочувствия, чтобы кто-то посожалел и сказал: да-да-да, действительно, ты хороший парень, ну, не повезло тебе в жизни. Друзья, такого не может быть. Если у меня правильное отношение с Богом, у меня хорошее будет все, у меня будет порядок, и Божье благословение будет над моей головой и над моей семьей. А когда я умру, Бог не забудет моих потомков. Почему? Потому что я сегодня, как патриарх своей семьи, заложил фундамент благословения моих потомков. Я поверил слову Господа, и я сделал так, как Он сказал. Вы тоже так думаете? Аминь. Это правда? Друзья мои, вот это все, как вы думаете, Соломон знал или нет? Конечно, знал. Почитайте притчи, сколько мама с папой наставляли сынулю. И он искренне об этом говорит. И вот уже в финале своей жизни, то есть книга «Экклесиаст», последняя глава, последние две строчки, этот мудрец во всеуслышание заявляет: друзья мои, евреи и не только, я вам сейчас скажу, в чем смысл жизни. Читаем. 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Друзья, вот это слово «бойся Бога» имеет также смысл «почитай Бога и поклоняйся Богу». То есть фактически Соломон здесь дублирует вот первую заповедь из десяти. Он ее повторяет. Мы бы сказали, ну слава Богу. Даже мудрец Соломон это подтвердил. Друзья, что касается жизни Соломона, все было не так просто, как мы знаем. Да, он прекрасно начал царствование, когда сел на престоле своего отца. Но как он его завершил? Посмотрите, такое впечатление, этот человек всю жизнь занимался экспериментами. И со спиртными напитками экспериментировал, и с драгоценностями и богатством экспериментировал, и с садами, растениями экспериментировал, и с певцами-певицами, то есть он развлечениями занимался. В женщинах он тоже эксперимент устроил. 1000 женщин у него было, 700 жен и 300 наложниц. Половой гигант, вай-вай. Но в конце концов он приходит к выводу. Если мы прочитаем по-другому его вывод, то он звучит так. Зря я всем этим занимался. Это все суета, потеря времени, погоня за ветром. И это все утомительно для тела. Друзья, ну с одной стороны, как бы мы рады, что хотя бы перед финалом своей жизни Соломон делает правильный вывод. Но знаете, в чем трагедия? Я не просто так упоминал, что если мы будем поклоняться Богу и Ему служить, то и у нас будет благословение Божье, и у детей, и у потомков наших. Так вот, Соломон, пока занимался экспериментами во дворце, рос его сын Роваам. Он впитывал мудрое изречение отца, так или нет? Ага. Он впитывал образ жизни папаши. Потому что, когда он сел на престол, и пришли люди и говорят: «Роваам, облегчи бремя, которое отец наложил на нас». Он говорит: «Через 3 дня приходите, я вам дам ответ». Какой он ответ дает? Вот смотрите на меня. «Мизинец мой толще талии моего отца». Ну, возможно, Соломон был чуть похудее, чем я, да? Где тут у меня талия? Ну, представьте, да? Какое высокомерие! Отец его был самый мудрый из всех людей на земле. Иисус это признает. Откуда такое высокомерие у сопливого сынули, который заявляет: «Да мизинец мой толще». И что он потом демонстрирует? Он принимает первое в своей жизни политическое решение, которое приводит к расколу в обществе, последующей гражданской войне, и никогда государство Израиль не достигло ни политического, ни материального своего могущества, как прежде. Друзья мои, поклонение Господу Богу – это так важно для нас и так ценно. И это ценно для наших потомков. Знаете, к чему я призываю? Себе напоминаю и вам. Давайте не будем экспериментировать, как Соломон. Давайте будем жить по слову Господа. Поклоняться только Ему. И Ему одному служить. Чтобы наши дети видели нашу богобоязненность. Не только на кафедре, когда я проповедую. Они должны видеть мою богобоязненность везде и всегда. В любой момент неожиданный, когда ребенок застанет меня врасплох, он должен видеть мое христианство. Я должен быть верующим всегда и везде. Они должны видеть, что я и языком своим, и мозгами, и всей своей жизнью поклоняюсь Господу Богу. Тогда будет и мне хорошо. И детям нашим, и потомкам до тысячного рода. Давайте поклонимся Богу. Thank you.
Отец наш Небесный, мы склоняемся и поклоняемся Тебе. И на этом месте, и на всяком месте, ибо веруем, что Ты есть Дух, а мы поклоняемся Тебе в Духе и в истине, во всякое время, на всяком месте. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты дал нам привилегию поклоняться Тебе, живущему во веки веков, отвечать взаимностью на Твою любовь и посвящать Тебе жизнь свою, как Ты однажды посвятил свою нам. Господи, мы хотим научиться всегда, во все дни нашей жизни, жить по Твоим законам, поклоняясь Тебе, Тебе служить, ибо веруем обещанию Твоему, и мы будем благословенны, и нам будет хорошо, и нашим потомкам до тысячного поколения. Господи, нам так хочется, чтобы, представ пред Твоим престолом, мы предстали со всеми нашими потомками, чтобы никто не был потерян в этой жизни. Господи, Тебе поклоняемся, Тебе воздаем всю хвалу и всю честь. Будь прославлен через нашу жизнь, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.